Отличная жизнерадостная реклама в нашем подъезде. А здесь суровые реалии нашего подъезда. Наплевано, изрисовано. Хочется жить. Наш первый визит в дом номер 5 на Солнечном проезде. Взгляд изнутри. Лифт закрывается, и на уровне глаз такая картина. Ее жильцы впервые узрели несколько недель назад. Еще одна достопримечательность подъемника – покрытие на полу лифта. Двери тоже отдельная история. У меня ребенок боится заходить в лифт. Учитывая вот этот вот, насколько он старый, этот лифт, да, и когда двери вот так вот просто резко автоматически захлопываются, мне ребенок испугался, он приходит в школу, он просто боится зайти в лифт. Кругом настенная живопись, посыпавшаяся штукатурка. А перед выходом на улицу старая металлическая решетка, застрять в которой легко не то что ребенку, но и взрослому человеку. Что, собака там сдохла у нас? Это неинтересно. Этот подъезд вызвал бы интерес у сотрудников санэпидемиологической службы. Практически на каждом этаже антисанитария. Чем ниже, тем больше материалов для исследования. Еще одна проблема – окна. Их заменили на пластиковый год назад, но у жильцов остались претензии. Ливень был, весь, вся дождь, я думала, кто-то налил, что ли, этот напор воды. И никого не надо. А когда звонишь, когда им говоришь и звонишь, вот так, они даже, как сказать, да, реагируют. Говорить, что подъездом не занимаются совсем, было бы неправильно. Недавно установили входные двери, утеплили тамбур, но и тут жильцы недовольны. У нас недоделана эта дверная коробка, у нас это все вот это в таком вот подвешенном состоянии осталось. Вот эти вот углы в подъезде и вот тыкаешься. Все вопросы жильцов в зоне ответственности управляющей компании общества «Жилсервис». Туда мы обратились, к слову, удачно. Вот эта улица, вот это дом, а вот первый подъезд. Пока материал готовился к эфиру, представители жилсервиса уже успели здесь побывать и часть претензий устранили. Попробуем в сфере взгляда определить, что же изменилось. Во-первых, сменили металлическую решетку в тамбуре. Во-вторых, в лифте отмыли двери и постелили новый линолеум. Все остальное на перспективу. Полноценно обустроить тамбур. Это доделать уголками, вернее, заменить то, что на данный момент установлено. Окна у нас, получается, будут в этом году заменены там, где у нас они потрескивались. Что касаемо лифтового оборудования самого лифтов, то в ближайшие года предусматривается замена капитального ремонта этих лифтов. А еще в ближайшее время заменят адресную табличку. Ее состояние также возмущает жильцов дома. Планов и перспектив много, но есть моменты, тормозящие процесс. Конечно, хочется, чтобы на каждом доме у нас было все как в порядке, все как бы и тепло, и ну все как должно быть. Но есть некоторые нюансы. Один из этих нюансов – это то, что на домах есть задолженность. И задолженность, к сожалению, не маленькая. Как бы управляющая компания не работала, как бы управляющая компания не занималась данным вопросом, к сожалению, не всегда получается благополучно этот вопрос решить. Но это тоже одно из препятствий, по крайней мере, по Солнечной 5. 22 дома, а это сотня тысяч квадратных метров в управлении жилсервиса. Проблемы жилого фонда, будь то разбитое стекло или старый лифт, известны. И каждый подъезд, по словам коммунальщиков, ожидают изменения. Только вот когда? Конкретные даты в жилсервисе не называют. Юлия Фисенко, Дмитрий Самбур, Алексей Николаев. Специально для новостей.